OfficeJet Pro6230 – струйный цветной принтер для домашнего использования. Устройство относительно небольшого размера, изготовлено из высококачественного пластика черного цвета. Верхняя панель представляет собой крышку для доступа к картриджам и печатающей головке. Чуть ниже крышки располагается панель управления с механическими кнопками и светодиодными индикаторами. Лоток для подачи бумаги, а также механизм выдачи готовых отпечатков располагаются на фронтальной панели. Сзади находится порт для подключения USB кабеля, а также разъем для силового провода. HP OfficeJet Pro 6230 способен выпускать до 18 черно-белых страниц в минуту при разрешении 600 на 1200 точек на дюйм. Цветная печать происходит со скоростью 20 листов в минуту, при том же разрешении. Для выпуска первой монохромной страницы принтеру требуется 14 секунд. На выпуск цветного изображения устройство тратит 17 секунд. Устройство умеет печатать на карточках, этикетках, глянцевой бумаге, конвертах и матовой бумаге. Главное, чтобы плотность листа находилась в пределах от 60 до 280 грамм на метр квадратный. Лоток для подачи бумаги рассчитан на 225 листов стандартной плотности. В приемник подачи помещается до 60 листов готового материала. В принтер устанавливается 4 картриджа. Присутствует опция двусторонней автоматической печати и печать без полей. В месяц принтер способен выпускать до 15 тысяч листов формата А4. HP OfficeJet Pro 6230 оснащен производительным процессором, работающим на частоте 500 МГц. Также на борту установлено 256 МБ оперативной памяти. Из доступных интерфейсов отметим разъемы RJ45 для подключения к проводной сети, интерфейс USB 2.0, а также Wi-Fi передатчик. А благодаря поддержке протокола AirPrint есть возможность отправки файлов на печать прямо со смартфонов на базе операционной системы iOS.